Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами познайомимось з діяльністю Миколаївської обласної центральної спілки німців та німецької молоді «Відер Гебурт». І зараз я задоволенням представлю вам наших сьогоднішніх гостей. Заступник голови Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді «Відер Гебурт» Ніна Майер і члени спілки Алла От і Анатолій От. Guten Tag, mein lieben Freunde. Guten Tag. Друзья мои, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Очень рады, что в эфире телеканала Николаева звучит речь разных народов. Это всегда приятно, это очень просветляет, и это дает уверенность в том, что мы не одни, нас много, правда? Итак, Нина Александровна, будьте добры, сегодня мы пригласили вас в гости к нам в прямой эфир телеканала «Николаев», чтобы вы рассказали о деятельности вашей организации «Відер Гебурт». Правильно, да? Будьте добры. Итак, когда вы были созданы, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы изучаете немецкий язык? Общество «Відер Гебурт» создано в 1993 году. В 2013 году, в сентябре, мы отпраздновали 20-летие. У нас был грандиозный концерт, мы собрались всей областью. Вот. У нас первый председатель был Эммануил Фукс, замечательный человек, прекрасный просто человек, который объединял вокруг себя всех этнических немцев. Вот каждого человечка собирал буквально по единичке, искал, разыскивал. И объединял. Следующий у нас был председатель, это Василий Майснер, потом Игорь Майснер. На сегодняшний день Екатерина Александровна Майер у нас является председателем нашей общественной организации Николаевское областное центральное общество немцев и немецкой молодежи «Відер Гебурт». А в 2014 году, в апреле месяце, у нас состоялось открытие совместного проекта с Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы. Совместный проект создан был для того, чтобы мы могли находиться где-то, как бы у нас мало. Чтобы была крыша над головой, да? Ну, как бы центрально находиться, потому что, чтобы изучать немецкий язык, нужно помещение. Вот. Мы задались целью наш народ по новой учить немецкому языку. Обучать. То, что растеряно было, мы сейчас создаем по новой. И с этой целью нас поддержал Черноморский национальный университет имени Петра Могилы и создали проект, создали новый центр немецкой молодежи и культуры и развития «Відер Гебурт». Это центр этнических немцев, где состоят встречи людей, интересующихся не только языком, но и немецкой культурой. Это для всех открыт этот центр. Для любого человека, который проживает в Николаеве, независимо от его национальности. Если ему интересна наша культура, он может приходить, изучать, вместе с нами участвовать в различных организациях, в различных проектах. Мы очень часто задействуем других этнических народов, очень много у нас их находится. В Николаеве, по-моему, 33 народности этнической находится, а всего в Украине 34. У нас многонациональный Николаев и область наша. Да, но если еще учесть, что Николаевская земля, она совсем не чужая для немцев, потому что немцы живут здесь уже, наверное, лет 200, да? Ну, Александр II создал манифест, который призывал осваивать земли николаевские. Тогда здесь как бы была пустыня, и немцы создали свои поселения, компактное проживание, где у них находились и гимназии, и школы, и училища, находились и дворцы культуры. Тогда не было дворцы культуры, тогда были клубы, ну и даже не клубы, а такие собрания были, да, где собирались. Да, строили кирхи, костелы. Немцы приехали, они тоже разные были веры, вероисповедания. Вот. И первое, что они старались построить, это, конечно, центр, как бы, где бы они могли общаться. Это была кирха или это был костел. Да.
И там они, конечно, и рождение детей отмечали, и различные праздники, и Святого Николая, и Рождество, и другие мероприятия, свадьбы, это естественно. И вот конечно, с тех пор повелось, да, немцы живут на нашей земле. Видите, телезрители, как долго и как чудесно, что на нашей земле живут столько национальностей. Ну, а немцы нам вообще не чужие, а практически родственники. И у нас сейчас есть фотографии, которые повествуют о, и рассказывают, и показывают о деятельности сегодняшней жизни Спилки Видер. Гебурт, правильно, Нина Александровна? И я хочу попросить нашего режиссера Викторию Турченко. Виктория, покажите, пожалуйста, эти фотографии, чтобы телезрители собственными глазами увидели, как это ярко и красиво. Сейчас мы посмотрели буквально несколько фрагментов из жизни деятельности этой организации немецкой «Видер Гебурт». И, Нина Александровна, будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вы увидели как раз наш центр, который находится в университете имени Петра Могилы, в Национальном университете. И там мы как раз вот на фотографиях могли посмотреть, какие мероприятия мы проводим. Это и Пасха. Да, разные мероприятия. А вот обозначьте, какие именно? Там я видела веточки украшенные. Вот это Пасха наша. Это Пасха? Это Пасха, это да. Немецкая Пасха? Это немецкая. Вы украшаете, Пасха. Православные красят яйца и Но мы тоже Пасхи. Красим яйца. И вы красите яйца. Вы обратили внимание, там в лукошке лежали яйца. Что-то не успела. Вы знаете, да. Так фотографии мелькали. Да. И обязательно украшаете веточки. Веточки, да. Это как бы говорит о том, вот видите, ага, видите, там вот, у нас да, яйца, вот цветы являются как бы весна, возрождение, нарциссы, вот и там были веточки, они тоже означают возрождение, вот веточка возрождается, рождается по новой, пришла весна, все оживает. Все возрождение. Да. И организация ваша, Видер Гебурт, тоже это переводится с немецкого, да, как возрождение. Возрождение. То есть возрождение, если даже жизни этнических немцев здесь, на Николаевской земле, потому правильно. Что в 90-е годы очень много этнических немцев уехало в Германию, и как-то мы осиротели в какой-то мере, да, Нина Александровна? Ну, нас стало меньше, так скажем. Но мы стали объединяться больше, плотнее, потому что нас не так много осталось. Но мы стараемся сохранить нашу этничность, культуру, язык. Стараемся, чтобы молодежь наша, она присоединилась, не потеряла корни свои. Вот. Поэтому, да, когда корни на месте, тогда да, и да. Дерево тоже оно цветет. Чтобы они знали о том, что за культура немецкая сама из себя представляет. Чтобы они понимали, что этот народ богат. Своими национальными традициями, богат нашими достижениями и в культуре, и в технике, ну, во всем. Во всем. Я считаю, что немцы большой вклад сделали в развитие Николаевской области. Конечно, конечно. И вот у нас еще телезрители, представители общества немецкого, Алла и Анатолий От, которые... Вы не так давно присоединились к Видер Гебурту? Не мы, так давно, Аллочка? Мы уже год. В обществе мы с сыном пришли изучать немецкий язык, потому что тоже являемся этническими немцами. Хочем узнать больше о традициях, обычаях, нравах немецкой культуры. Изучать язык для того, чтобы ездить в гости к родственникам и общаться с немцами, понимать их язык. И вот знаете, телезрители, сейчас Анатолий От
продемонстрирует вам свое... Год вы учите язык, да? И вот что произошло за год? Сейчас Анатолий вам продемонстрирует. Друзья, Анатолий, будьте добры. Итак, вы читаете стихотворение Гёте. Да. Будьте добры. Телезрители, все внимание. Сначала название. Остерспаціргант. Йоганн Вольфганг Гёте. Vom Eise befreit sind Strom und Becher, durch des Frühlings holden belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück, der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in rauge Berge zurück. Von dort her sendet erfrierend nur und mächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flor, aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch ein Blumenfels im Revier, sie nimmt gepüßte Menschen dafür, kehre dich um von dieser Höhe nach der Stadt zurückzusehen. Dringt ein buntes Gewimmel hervor, jeder sonnt sich heute so gern. Die feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie selber auferstanden aus niedriger Häuser dumpfen Gemachern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Gieben und Dächern, aus der Straßen quetschender Engen. Вот так вот. О чем повествует стихотворение Гёте, Анатолий? Он повествует о том, что зима заканчивается и приходит весна. Все-таки приходит весна. Вот смотрите, телезрители, недаром и стихотворение Гёте сегодня прозвучало. Зима заканчивается, тем более, что сегодня такой замечательный православный праздник Сретение Господне. Встреча, как говорят в народе, зимы с весною, и, наверное, весна все-таки победит. Да, Нина Александровна, как вы думаете? Обязательно весна победит. И вот сейчас, 21 февраля, здесь будет отмечаться день... родного языка. Конечно, у вас тоже есть определенные планы к этому дню, да, Нина Александровна? Да, да, да. Будьте добры. У нас будет проходить мероприятие совместно с Советом национальных обществ Николаевской области. Вот как раз сейчас может рассказать Алла об этом. Ее сын будет участвовать в этом мероприятии. Угу. Она может рассказать. Аллочка, или Анатолий, вы расскажете. Да, пусть лучше вам. Мы готовили сочинение, писали, писали на немецком языке, потом перевели его на русский язык. Тема сочинения «Що вас, ну, скажите». «Мова кожного народу, неповторна і своя». «Вас би дойте душа». «Мова кожного народу, неповторна і своя». Це дійсно так, шановні телеглядачі. «Вас би дойте дощ прах». Форм фюр мих. Мы написали сочинение, будет... Уже написала? Написали, да. Написали, да? Да. Написали, сдали. Мы уже, да, подали на конкурс сочинений, вот, и он является участником этого конкурса, Анатолий. Анатолий, вы учите немецкий язык всего год и уже пишете сочинение на немецком языке? Да. В гимназии. Ну, я еще как бы в школе учу, но в школе... 2 часа в неделю, не так уж это и много. Не, ну, в принципе, если вы... Да, в школе это не так уж много, но все-таки за год и такие успехи... Нина Исановна, это у вас хорошие педагоги в обществе? У нас хорошие педагоги, да. У нас Екатерина Александровна преподавала. Сейчас у нас Ольга Константиновна преподает. Это хорошие педагоги, вот, высокого уровня. У них знания от С идет. Я как раз потом дальше расскажу, что это означает. А расскажите сейчас. Сейчас, значит, смотрите, у нас в Центре немецкой молодежи, культуры и развития проходят вот, языковые курсы. Вот, они делятся по семестрам. Один семестр у нас на протяжении 4 месяца проходит. Что должен иметь учащийся в течение этого семестра? Значит, умения и знания – это чтение, восприятие на слух, устные и письменные речи. Вот. Программа обучения предлагается 3 ступенями А, Б, С.
Вот сейчас Анатолия, они учат, значит, элементарное владение группы А, А1. То есть это разговорная речь, да? А1, да. А1-2, да. Это разговорное и это бытовое, как бы. Вот они между собой в семье уже могут на бытовом уровне общаться на немецком. Общаетесь? Да, стараемся. Вот. Потом идет у нас программа обучения, предлагает 3 ступени, А, Б, С. Каждая ступень делится на уровни, которые, в свою очередь, состоят из 2 семестров в системе знания и умения учащихся подразделяться на 3 еще категории, которые далее делятся на 6 уровней. Я так кратко расскажу. А – это элементарное владение, А – один уровень выживания, так скажем. Ну, как раз вот уровень общения в семье, там достаточно 1500 слов. Это А1-1, А1-2. Потом идет уровень А2. Это преподготовительный уровень А2-1 и А2-2. Дальше идет самодостаточное владение. Это Б1, пороговый уровень Б1-1 и Б1-2. Б2-2. Самодостаточное владение, также Б2. Нина Александровна, а вот самодостаточное владение, это что значит? Это достаточно, если вы поедете, допустим, в Германию, вы сможете общаться напрямую, без переводчика, с любым человеком, который говорит на немецком языке. А если слушать радио. А, слушать да, радио. Да, слушать немецкие новости, читать книги. Даже понимать, книги читать, конечно, да? Понимать, о чем идет речь в этих книгах, читать журналы, вам не нужен для этого переводчик. Вы обогащаете себя. Вы знаете, очень много немецких слов содержится в украинском языке. Очень много. Поэтому, кто знает украинский язык, ему будет легко даваться немецкий язык. Но чем больше языков знаешь, тем просвещеннее и культурнее выглядишь. Тем больше мой человек. Да, тем больше мой человек. Анатолия, вот вы когда учили стихотворение Гёте, для того, чтобы учить, это был для вас набор слов немецких? Или вы понимаете смысл, о чем говорится? Процентов так можно... 50 я понимаю, о чем. А остальное, ну, еще надо учить. А вот смотрите, язык. Если вдруг вы неожиданно попадете в Германию, ну, мало ли что, жизнь такая стремительная и меняется мгновенно. Вот представим, что вы попали в Германию. Вы сможете объясниться без переводчика? Нина Александровна говорила, что есть уровень самодостаточного владения немецким языком, а у вас чуть-чуть еще не достигает этого порога. Но вы сможете? Вот вы без мамы, вот просто вы попали в Германию. Не, ну если меня спросят дорогу, то я смогу вам объяснить. Нет, а вы сможете спросить дорогу? Да. И вообще? Да. Сможете, да? И даже поймете, как вам говорят? Да. Угу. То есть вам не страшно попадание в какое-нибудь незнакомое место. В принципе, даже если в Китае, то можно и на немецком языке говорить. Да? Сейчас это очень востребованный язык. Он в Европе очень, как говорится, имеет значение, большое влияние немецкий язык. Он начал влиять не хуже, чем английский язык. И у нас в Украине сейчас приветствуется очень сильно изучение и английского, и немецкого, и французского языки Европы. Вот. Потому что мы, и интеграция идет у нас в Европу, мы сотрудничаем с немецкими организациями, с фирмами. Я считаю, что это очень актуально, изучать еще какой-то язык, допустим, наш немецкий язык, для того, чтобы где-то поехать, даже на отдых, да. Элементарно. В общем, друзья мои, учите, кроме того, тех языков, какие вы знаете, учите еще и немецкий язык, если вы пока еще его не знаете. Вам он, поверьте мне, пригодится. Аллочка, а у вас есть еще стихотворение Шиллера, если я не ошибаюсь, да? Мне очень нравится немецкий писатель Фридрих Шиллер, особенно его стих «Хоффнунг», в переводе на русский «Надежда». Сначала я прочитаю на русском, потом на немецком. Может, сначала на немецком, потом на русском? А, можно сначала на немецком. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Nach einem glücklichen goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, doch der Mensch schafft immer Verbesserung. Hoffnung, Надежда. Надеются люди, мечтают весь век судьбу покорить роковую, и хочется, и хочет поставить себе человек цель счастья, цель золотую. За днями несчастья, дни счастья идут, а люди все лучшего, лучшего ждут.
Вот так вот, спасибо, Аллочка. Люди ждут, ну и мы с вами, телезрители, тоже ждем лучшего, но пока мы ожидаем, давайте не терять времени даром, а что-то делать. Вот как делают наши гости, например, изучение немецкого языка. Но, Нина Александровна, немецкий язык таит в себе, конечно, красота, легкость, полет, но одновременно с этим страшнее немецкой грамматики, по-моему, нет ничего. Она сложная, но, вы знаете, она математическая грамматика. У немцев все построено на математике. Допустим, у нас, если склоняется какое-то слово, да, оно просто склоняется на окончание. А в немецком добавляется артикль. Вот, допустим, женский артикль «ди», мужской «дер», средний род «ди». Ну, поэтому «дас», такие артикули используются, да. Что это? Да. «Вас из дас», что это? «Вас из дас», что это? А это, оказывается, немецкий язык, который наши гости предлагают всем, друзья мои, изучать. Нина Александровна, и у нас еще есть время для того, чтобы вы рассказали. Вот у нас лежат книги, мы не охватили их еще вниманием. Да. Будьте добры. Это книги, по которым мы сейчас изучаем немецкий язык в нашем центре немецкой культуры и развития «Wiedergeburt». У нас молодежный центр, у нас молодежь очень активная. Они, как вы видите, быстро, скромная, быстро изучают. Молодежь вообще у нас быстро все схватывает. И в век компьютеризации помогает компьютер, программы, коммуникативное обучение. И вот такие учебники мы сейчас предлагаем. Но это учебники специально разработанные специально для того, чтобы быстрее. Киевский Гёте-институт, он нас как бы курирует, и мы работаем совместно с ним. И нам вот такие учебники рекомендуют. Что нам рекомендует программа? Мы так вот для наших учащихся выдаем эти учебники. Они на уроках пользуются ими. Это учебники выдает Гёте-институт нам бесплатно. Вот, и содействуют в изучении нашего немецкого языка. Они понимают, насколько для сегодняшнего мира это важно, особенно для нас, немцев. Возрождение наших культурных корней, нашей немецкости. Что отличает немцев? Немцев отличает практичность, скрупулезность и не граничащая с педантизмом, правильно? Ну, у нас педантов как бы, у нас уже совместные семьи. Большинство у нас совместных семей. То есть мы изучаем, как, допустим, и украинский язык, и русский. Мы готовы изучать любой язык, но немецкий для нас родной язык. Ну, конечно, немецкий язык для вас родной язык, и вы привносите в жизнь даже николаевцев, Николаевской области некий порядок и гармоничность вот всего жизненного кругооборота. Можно так сказать? Может, да, мы, может быть, и влияем. Я так думаю, что влияем. Немцы не любят хаоса. Да, любят порядок. И еще что отличает немцев, если мы говорим, на чем держится наша жизнь? Авось, небось и как-нибудь. Да, телезрители? У немцев это не проходит. У вас нет, Нина Исана, авось, небось и как-нибудь, это нет, не ваши друзья? Нет, у меня все спланировано в жизни. И мы также планируем вот праздники проводить в этом году. И предлагаем всем нашим телезрителям приходить на такие общественные мероприятия, которые проводятся совместно с этническими другими организациями. Вместе отмечаем пасхальные праздники, День Матери, День Святого Николая, Рождество Христово, День памяти переселения, депортации. Также мы участвуем в лекциях при Национальном университете Петра Могилы. Там мы проводим лекции о нашей культуре. Здесь мы на программе много не можем сказать. А среди студентов мы рассказываем, как немцы сюда попали, в Николаев, как они проживают сейчас, компактно или некомпактно, какая их история, трагическая или счастливая. Для этого мы устраиваем встречи. А какая история? Трагическая? Трагическая, счастливая, я считаю. Угу. Вот. Я считаю, что все-таки мы выжили. Да, выжили, это главное. И это главное. Да, и сейчас мы тоже будем выживать. Мы любим Украину. Мы здесь живем, мы здесь остались.
мы любим народ украинский, и мы всех призываем к миру и порядку. И знаете что, давайте не будем выживать, а давайте будем жить и не тужить. Друзья мои, сегодня у нас в эфире были представители Николаевской областной центральной организации немцев и немецкого молодежи «Видергебурт» Нина Майер и члены организации «Алла От» и «Анатолий От». Они читали стихотворение на немецком языке. Сегодня у нас звучала немецкая речь. Это очень здорово. И давайте все-таки жить и не тужить. Це була розмова на тему «Ауфідерзейн». Ауфідерзейн.